Для того, чтобы прочитать свою кредитную историю, не обязательно идти в банк или кредитное бюро. Свое финансовое прошлое можно узнать онлайн. Достаточно зайти на сайт кредитного регистра. И вот оно, кредитное досье. Ваши долги, а для кого-то и грешки. Сведения о кредитах, картах рассрочки, овердрафтах, микрозаймах, договорах поручительства и детали. Суммы, сроки, проценты, просрочки. А скоро появится еще три важные позиции. Во-первых, по лизингу. Нынче граждане охотно приобретают по этой схеме товары, автомобили и даже квартиры. И не учитывать в кредитной истории информацию от лизинговых организаций на самом деле уже не совсем корректно с точки зрения оценки кредитных рисков. Поэтому было принято решение о том, что в кредитной истории должна включаться информация от лизинговых организаций по договорам лизинга. А точнее договоры, действующие на 23 августа сего года и платежи по ним. Какие последствия? Если банк увидит в вашей кредитной истории большой долг перед лизинговой компанией или, хуже того, просрочки, шансы на кредит резко падают. А это новшество порадует поручителя. В его истории будет отражаться остаток долга человека, за которого он подписался. Сразу увидите, как идет погашение кредита и идет ли вообще. И третья позиция касается так полюбившихся карт рассрочки и кредитных карт. Банки будут знать не только максимальные кредитные лимиты, но и реальный долг по ним. Операции по кредитным картам будут отображаться нон-стопом. За каждый день, каждая задолженность будет отображаться в кредитный регистр. Это в первую очередь позволит банкам и другим пользователям кредитной истории более четко понимать поведение клиента по отношению к заемным денежным средствам. Чем больше данных, тем лучше, говорят в кредитном бюро. Более точно удастся просчитать вероятность невозврата кредита и выставить рейтинг. Показатель не секретный, прописан прямо в шапке вашей кредитной истории. Рейтинг А – вы самый желанный клиент. Открыты двери для клиентов с рейтингом Б и приоткрыты для группы С. Д – пограничное состояние. Е и Ф – ваши шансы стремятся к нулю. Любите кредиты? Периодически сканируйте свое кредитное досье. Не часто, но, к сожалению, ошибки случаются. Поэтому это будет совершенно не лишнее действие – проверить наличие ошибок. Потому что, возможно, уменьшение вашего рейтинга связано с ошибками источника. Банкиры акцентируют. Обязательно пересчитайте свое кредитное дело, когда в систему выгрузят данные по новым позициям. Пока идет тестирование ПО. Но сразу после Нового года кредитная история ждет апгрейд. И ошибки не исключены. Появятся новые участники данной системы. Организации, которые предоставляют информацию в систему, все новое всегда имеет возможность сбоить. Плюс не секрет, что можно бесплатно получить раз в год свой кредитный отчет, что позволит удостовериться о состоянии своих дел. Нашли ошибку? Здесь же на сайте онлайн можно отправить запрос, чтобы сотрудники кредитного бюро проверили данные. Единственная просьба – пишите, пожалуйста, конкретно, а не просите проверить всю кредитную историю за 10 лет.